поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче. Прокомментируйте игру сегодняшнюю для вашей команды и целом результат. Сложился тяжелый, был тяжелый матч. Команда «Мегафон» тоже боролась и борется до сих пор, наверное, за третье место, за попадание в пьедестал. Получилось победить. Очень ну вот благодаря здоров. Вашей победе уже не борются. Ну ладно. Ладно. Надеюсь, на будущее не будет все хорошо. А так, интересный чемпионат. Сейчас, после того, как Вейтек отнял очки у Билайна, будем надеяться, что сможем попасть в тройку, попасть в Лигу чемпионов. Основная задача на следующий матч победить и побыть вторыми.